друзья, с вами как Старумзи, добро пожаловать в Бравл Старс, и как же я за всеми вами соскучился, это просто жесть, ребята, 10 дней, я не говорил всем привет, друзья, 10 дней я не говорил добро пожаловать в Бравл Старс и даже в Роблокс, потому что если вы следили за моим телеграм-каналом, то знаете, что я был в отпуске, вы видели, где я был, что я делал и чем занимался, ребята, серьезно, я 10 дней не заходил в игру и признаюсь, я даже не прокачивал путь стар, я исправлюсь, будет очень много крутого контента, тем более разработчики спалили нам дату Бравл Толка на постике с грифом, она будет 25 февраля, буквально через 5 дней, вы представляете, новый сезон Бравл Пасса уже скоро, и вот я вернулся с новыми силами для вас записывать кучу крутого контента. И вы помните, что новенький Бравл Толк полностью на русском языке будет у меня сразу же на канале. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, а еще код автора. Короче, ребята, я безумно соскучился, но... Если вы не следили за моим телеграм-каналом, то, ребята, вы даже не заметили, что меня не было, потому что я заранее записал для вас десятки крутых видосиков на канал по Бравл Старс, на канал по Роблоксу, ребята, вы не скучали, я постарался, ребят, но все, я вернулся, я полон сил, и сегодня посмотрим, что я пропустил, что мы с вами будем делать и что же нас ждет в ближайшем будущем, короче, посмотрите... Сколько квестов, ребята, я пропустил, посмотри, о боже мой, нанести здесь 500 золота, 50 кредитов, это все нужно делать, посмотрите, сколько квестов я пропустил, а до конца сезона 13 дней, это просто жесть, мне нужно срочно все это исправлять, мне нужно зайти в магазин, я даже в магазин 10 дней не заходил, акции, монетки, ну хотя бы джекпотик дали бы, ребята, у меня даже код автора слетел, посмотри, у меня даже код автора слетел, ребята, обязательно нужно ввести код автора, потому что он слетает каждые 2 недели, вот, не было 10 дней, все, код автора слетел, что происходит, дуэль, ребята, дуэль в юбках, что за дуэль в юбках, куча квестов, парные, непарные, здесь у нас новые события, ребята, короче, это имба, хотя у меня кубки не слились, уже хорошо, прикиньте, если бы я зашел, спустя 10 дней, а у меня 0 кубков. Вот это было бы имба, кстати. Первый раз я отсутствовал, и мой клуб сразу в попе, ребята. Мы, короче, на понижение пошли. Ребята без меня совсем распоясались. Нифига они не делают. Короче, ребята, ждем Бравл Толк. Смотрим, что у меня за награды. Так, подожди. Я награды же еще не собирал в прошлом сезоне, в этом сезоне. Мне нужно путь стар сейчас прокачивать. Мне нужно все делать. Короче, я вернулся. Я вернулся с полным сил, ребята. Я отдохну хорошенечко. Наверное, последний раз за 1,5 года, наверное, я смог куда-то выбраться. Но, ребята, все, сейчас будет контентик. Тем более, вот, все. 13 дней. Ну, 14 дней. До Бравл Пасса новенького. До Бравл Толка у нас 5 дней будет. Я уверен, что там будет новенький бравлер. Куча крутой информации, потому что разработчики нас готовили ко всему этому, чтобы... Давайте, ребята, давайте. Ух ты, тут здесь такие масики. Слушайте, а что будет, если я сейчас зайду на аккаунт Путь Стар? Там же просто такая трындец. Там, ребята, там столько всего не собрано. Так, в магазине, ну, как всегда, ничего нету. Там столько всего нужно. Давайте вместе с вами посмотрим, что же там произошло. Итак, ребята, наша рубрика. Я ее верну, ребята. Я буду продолжать снимать Путь Стар. Я просто хочу посмотреть, что у нас здесь, ребята. Так, сразу поставим вот так. И здесь даже куча квестов. Посмотри на Путь Стар. Я, ребята, отдыхал. Я ленился, я не заходил, я ничего не делал. Ни квесты, нифига, ребята, не делал. Здесь у нас, смотри, столкновение, ШДшечки, магазин. И тоже код автора. Джекпот, ребята! Ребят, я джекпот выиграл! Наконец-то я зашел на путь стар. И здесь джекпот. Спасибо, разработчики. Джекпотик мне привалили хотя бы монетки. И то хорошо, ребята. Спайк в маске. Вот игровой автомат гриф. Когда нам его показали, там была картина.
картинка. Здесь, видите, тоже слетел код автора. Нужно обязательно ввести. Боже мой, как же я давно не... Я надеюсь, сейчас я голос не сорву, потому что я отвык записывать видео, ребят. Это просто жесть. 16 тысяч кубков. Но здесь ни одного кубка, ребят, не сдвинулось, потому что я ничего не делал. Так, нам нужно нанести 50 тысяч урона. Нам нужно в захват кристаллов. Вот, в захват кристаллов за спайкуху. Представьте, сколько сейчас я буду делать квестов за один заход. То есть я сейчас пойду... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ёшеньки! Ой-ой-ой, ребята! Я 10 числа уехал, и вот буквально вернулся, ребят, серьезно. Вы прикиньте, если я вообще разучился играть. Это будет очень обидно. А я реально, походу, разучился играть, ребят, серьезно. Я вообще сейчас играю очень плохо. Очень-очень плохо. Так, подождите, меня здесь прессуют. Меня очень... Ого, нифига там смело, пацана. Так, ребятушки, я плохо играю. Давай, так. Давай вот так вот. О, пока идем. Тихо. Прям вот так. Молодцы, ребята. Так, аккуратно, блин, слушай, я во-первых, разучился играть, во-вторых, я разучился записывать видео. 4 геба я собрал. Так, здесь мистер Пи. Хорошо. Я забыл, как зовут Бравлера, а его зовут Грей. Его зовут Грей. Да, все, аккуратно. Не даем подойти. Вообще, вот здесь накидываем вот такую штуку. Ай! Нифига, меня там просто унесло, ребята. Я забыл, что гром сейчас слишком жесткая имба, и это прям гадина не контрится. Так, давай. Забираем. Опа, спасибо. А чё мы телепортнулись? А мы не должны были телепортироваться. Так, тихо. Не ходи, Грей, не ходи, у тебя 5 гемов. Отлично. Сносим. Забирай, уходи. Так, ставим вот здесь. Так, телепортируемся, дружище. Уходим. Давай, уходи. А где телепорт? Он телепорт убрал в самый последний момент. Вот чертылыга. Так, забиваем. Так, не зайдет, ребят. Мне нужно нанести как можно больше урона и выиграть. Я победку забрал, ребята. Я звездный игрок. Нет, не я. Ладно, выиграй бой. Нанеси 100 тысяч урона. Смотри, здесь 50 кредитиков. Вы же помните, что у нас сейчас происходит? Что у нас сейчас вообще голосование в телеграм-канале за следующую Лего? Вы помните вообще, что это за проект, ребята? Это же самый крутой проект в мире. Называется Путь Стар. Я немножечко позабил. 10 дней я в него не заходил, не играл, ребята. Это просто жесть. Но здесь у нас, посмотрите, у нас с вами 6 хромиков, 2 леги, 3 мифика. Сколько у нас там, не помню, 5 или 6. 6 эпиков, ребята, куча бравлеров, и все это будет продолжать развиваться, потому что скоро выйдет новый Бравл Пасс, куча новых наград, куча новых квестиков. Сейчас нужно бы, конечно, вот эти квестики вообще сделать по-хорошему, хотя бы квестик. Подожди, а зачем я пошел за спайк? Зачем я за спайк? На спайк у меня квестов-то нету, ребята. На кого у меня есть квесты, у которых мало кубков? Так, давайте посмотрим, меньше трофеев. Во, у меня есть на Фэнга, отлично, давайте берем с вами Фэнга и пошли, ребята. А почему бы нет? Есть Фэнг, на него есть квесты, есть захват кристаллов и есть не очень хороший бравлер, который будет сейчас сражаться против нас. Это же Мэнди. Блин, я забыл, как называются. Вы представьте, я за 10 дней забыл, как называются бравлеры. Это просто какой-то трэш. Так, подождите, там где-то Мэнди. Мэнди мы попали. Так, этого убили. Мэнди нас пытается пробивать. Так, хорошо. Мне нужно бить ульту, потом ворваться и сделать им кавабангу. У меня есть квест вообще на удержание гемов? Вроде бы нет. Ай-яй-яй-яй-яй, если Мэнди сейчас ультанет, я просто отлечу. Ай, больно. Уворачиваемся. Так, я могу сделать сейчас очень жесткую кавабангу, ребят. Готовы? Смотри, пошли. Оп-о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 п. Застанили. Опа, я просто разместил Вы видали, что я натворил? Вот эта фэнгушечка, конечно, мансует, ребят. Ой-ой-ой, я опять жду. У меня опять есть ульта. Так, давай. Этого снесли. Хорошо. Так, ну что? Так, там есть кого залететь? Давай, поехали. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Хорошо. Да. Давай, Эдгар. Давай. На, пошел нафиг, ребят. Красиво. Вот это мы, конечно, мы имбим. Вот это мы, конечно, жесткие пацаны. Поехали. Да, конечно, вы попробуйте нас выиграть.
Фэнк Имбайни контрится. Ну, у нас еще и... О, нифига, мне 3200 залетело. Аккуратненько, аккуратненько. Я пошутил. С Мэнди шутки плохи. Мне влетело просто по жбану неплохо. Так, кто у нас звездный игрок? Ой-ой-ой, 50 кредитиков на халяву. Выиграй бой, нанеси... Вы понимаете, что нужно делать? Квесты. Хорошо, Клеон... Ребята, мы с вами начинаем дальше фармить Леончика. Выиграй бой, захват... Ну, давайте ластовую, ребята, ластовую каточку. Там нужно третий бой выиграть. Ой, блин, еще и против Отиса. Отис, если что, друзья, Отис — это гроза ближников. Ну, а как бы Фэнк у нас такой себе ближник, как вы понимаете. Вы же помните, да? То Фэнк — это же ближник у нас или дальник? Ну, такой полудальник, полуближник. Так, хорошо. Две ноги попало. У нас там Боня пошла, отлетает, пытается воевать. Так, мне нужно... Ай, больно. Слушай, а у них Динамайк прям вообще матерый лютый пацан. Лютый, смотри, опа, попали. Главное не набить ульту, короче, я все заберу, вы поверьте, я все у них отожму. Все гемы будут забраны, все гемы будут съедены. Так, где они там? Где? Во, идет, хорошо, полетели. Хоп, забрали, гемы отжали. Все, пацаны, тихо, стоим, смотрим и ждем. Да, Федор, не переживай. Все. Здесь все продумано. Раз, два, три. Хорошо. Есть ульта, ребята, все, ждем. Где у них есть гемы? У них гемов нету. Хоп. Пацаны, помогите. Пацаны, помогите. Ну блин, почему у меня... Они меня кинули, они меня предали. Они меня отдали на себе. О, офигеть, они у нас гемы забрали. А Боня? Боня пытается забрать гемы. Гемы. Хорошо, я забрал гемы. Так, я полетел. Ай, меня сбил поезд, ребята. Меня сбил поезд, я не хотел. Меня случайно сбил поезд. Так, хорошо. Так, давай. Уходим, я собрал, я ушел. Ребята, 6-6-12, все. Уходим, держим дистанс. Я сейчас ворвусь еще до последнего, как говорится. Как последний раз, так, тихо. Смотри, 1400. Боня, пожалуйста, уйди. Она сейчас умрет, в любом случае. Так, поехали, так, 2. Хорошо, собрали, все у меня. Все, 10-11-12, я пошел хилиться на базу как можно дальше, чтобы нас спасти. Я выжил, ребята, все зависит от меня. Смотри. Тактика Галактика, все, дефаемся, ребята, блин, я разучился играть. А что бывает, если ты 10 дней не играешь в Brawl Stars? Ты становишься... Ой, зачем вы эти дизлайки всякие кидаете? Все, выиграй бой, смотри, профессионал в деле. Робзи вернулся в бой. Робзи готов наваливать. Робзи готов побеждать. Робзи готов выполнять квест. Здесь нужно еще, короче, нанести урон. Здесь еще, короче, ой-ой-ой-ой-ой. Сколько всего нужно здесь делать квестов. Мама дорогая. Короче, ребят. Я возвращаюсь в строй, я начинаю продолжать апать кубасики. У нас дальше путь 17, 18, 19, 20 тысяч. Скоро новенький Бравл Пасик с наградами. Ждем уже через несколько дней. Следите за моими видосиками на основном канале, на канале по Роблоксу, на телеграм-канале. В общем, ребят, всех люблю. Я вернулся, я полон сил энергии. Всех, кстати, новости, может, новости что-то интересно. А это выбор скина, это я знаю. Короче, ничего интересного. Всех люблю, всем удачи. Всех с прошедшим 14 февраля. Ну что, меня тоже не было, я как раз был на отдыхе. Все, всем пока, всех люблю, пакетики.